Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет опять интересная тема. Это новая акция. Пока я для вас качал и качаю, в принципе, Асуру для обзора и для тестов, чтобы вы понимали, какой это герой, я пропустил где-то приблизительно 2200 подземок. То есть пока я вот так вот прокачивал. Соответственно, я получал отсюда новые плюшки, которые действуют в этой акции. Это праздничный пончик. Вот у нас их 156. И также именной торт. Именинный торт. Не именной, а именинный. На пятилетие. Их я собрал около 700. То есть, по сути, где-то получилось у меня 2200 попыток. И мы получили вот столько плюшек этих. Если брать в сутки, получается, у нас одна попытка, сейчас, секундочку, одна попытка где-то восстанавливается, сейчас я добавлю так, чтобы слить полностью все. Где-то в районе 20 минут, это среднее, я беру. За сутки у вас будет 70 две попытки в среднем, то есть многие там из вас пропускают, не пропускают, берем, в среднем можно, не напрягаясь, фармить без карт, там, без прочего, приблизительно 50. Так, сейчас я гляну. Так, сейчас это надо 4 минуты ждать. Ну, в общем, каждый у себя посмотрит, сам уже посчитает. То есть я беру в среднем за сутки можно 50 раз отфармить, пропустить эти подземочки и получить, соответственно, призы. Мы берем сейчас именно подземки, потому что я именно на подземках специально качал. То есть фактически у вас где-то уйдет на это все, на вот эти все ресурсы, которые я показал, приблизительно 44 дня. Но почему именно 150, я вам показываю, потому что у нас есть вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 скинов, и на каждый скин надо вот эти пончики, получается, по 30 штук. А этих надо по 150, получается. То есть у нас есть 5 скинов. И мы вот это вот все забираем сейчас. Это максимальное количество, которое можно получить, это 75. Вам не обязательно собирать именно 75, многие из вас соберут там 50, чтобы хотя бы его открыть, да, видите, мне даже не хватило вот на 5 штук, получается 50 этих не хватило, хотя думал, что на все хватит. Хватает, в принципе, 50, то есть это 44 дня. Помимо этого, вы будете также плюшки получать, вот я не показывал отсюда, тут больше падают, тут практически с каждой волны у вас, ух, кто карты, конечно, восстановил себе, оставил, и без проблем отсюда соберут, потому что на подземках, опять же, смотрите, не полностью, вот не дали опять, но в основном дают, неплохо причем дают, вот пятерочку дали, то есть можно отсюда собрать. А тоже это как дополнительно. Также пироженки дают вот здесь, в рудокопов этих, которые у нас есть. Не очень часто, но опять же дают там и те. То есть у вас получится где-то в среднем, так как я вот посмотрел у себя, 50, допустим, берем среднее число, это у вас на это все уйдет 44 дня. Заберем еще, пусть будет там треть, пусть будет 35 дней. Это у вас будет с подземками, плюс там еще, ну, это рандом все. То есть 30 дней у вас будет на все про все, чтобы собрать по 75 штук. Ну, так как вам по 75 собирать не обязательно, хотя бы, чтобы это для бездонатов собрать скин этот, надо 50 всего. То есть у вас есть как раз 21 день, и вы можете, если у вас нету карт, вы там начали только играть, я не знаю, что будет просто дальше, вы можете себе просто собрать эти скины, поэтому старайтесь по максимуму фармить локации, не пропускать их. Ну, сейчас опять же у нас идет плюс в том, что у нас, допустим, за волны нам приходят карты за то, что мы не прошли полностью, они идут как бы в бонус,
То есть ресурсы некоторые. На подземке, к сожалению, такого нету. Там просто приходят кряжки. Поэтому подземке все-таки придется фармить по максимуму, забирать все, что можно. У меня вот были карты. Я пока качал героев, там сливал, прокачивал Дракоса того же. То есть я пропустил до хранища подземок. Соответственно, у меня получилось вот такое количество. Что относительно других призов? То есть в первую очередь я бы советовал все-таки собирать эти скины, потому что многие играют без доната, скины неплохие, но неплохих героев, и есть смысл на того же самого хранителя собрать. Второй талантик можно поставить Фрэнки, но такое себе для Рино топ, для малыша Ника тоже неплохо, но и дерево, соответственно, тоже почему бы и нет. По поводу... Вот еще один, видите, за волны собрали. По поводу этого фона, ну, на него потратить 40 штук, вы, скорее всего, не дособерете какой-то облик. Ну, все может быть. По поводу этой эмблемы, я вам скажу так, у нас на серваке очень мало у кого копятся кристаллы, и реально их есть куда сливать, поэтому, если у вас нету кучи самоцветов, тоже смысла нету. 5к кулаков вам какой-то роли погоды тоже не сыграет. Вот в первую очередь надо собирать все-таки то все. Что по поводу вот этих вот призов, я на них отдельно соберу полностью все итемы и вам открою, их тут получится у нас сколько? Тут 200, тут 200, 400 штук. Что по поводу китайки, я могу сказать, как у меня там падало, возможно, там совсем другой рандом. В основном здесь неплохо будут падать слизни, книжечки такое себе, значки почета, какашки тоже вы там особо не наберетесь. Неплохо будут падать вот эти вот паки, тут, если я не ошибаюсь, по 50 самоцветов дают, но опять же на максимум вы там получите не особо их много, поэтому тоже не особо там раскатываете губу и не тратьтесь, лучше все-таки начать с обликов. Так, давайте теперь пойду докачаю, хочу все-таки докачать свои скины. Мы получили еще дополнительно пару скинов. Так. Скины. Так, кто тут у нас на Фрэнке у нас добавилось? Ну, сейчас в первую очередь все донаты будут скупать скины, потому что ихняя прокачка, как видите, дает очень и очень неплохо. Силу дает на максималке и плюс статы также дает. Ну, усиливает вашего героя по характеристикам. Я считаю, как бы в плане усиления это очень офигенная функция, но в плане того, что она нацелена на донатов, это не очень хорошо. Единственное, если они дальше будут так продолжать эти акции, как вот эту, по поводу скинов, то в принципе, я думаю, это очень-очень даже неплохой будет бонус. И у людей будет возможность хотя бы собрать на первое время скины, причем бесплатно. Хотя они и стоят относительно, если сравнивать, нету уже этого набора, если сравнивать полностью все донатные акции, они стоят копейки. И я думаю, их скоро будут продавать целыми паками, как на китайке я показывал. То есть они будут у нас оптом продаваться, я надеюсь. Тогда вопросов не будет, но пока, как видите, все-таки надо было копить. Я их все копил и считаю, что не зря. Давайте пока сейчас сделаем эволюцию вторую для Асуры. Заберем книжечки. Успех, ну однозначно успех. Также мы сейчас попробуем ему найти талантик до пятерочки по ролям, может что-то выпадет. Я уже ролил, отдельно это покажу, насколько у нас шанс хреново выпадения тех или иных талантов с коробок и с карт. Очень много всего я слил. Пятый берс выпал. Жесть просто. Ну что я могу вам сказать? Это просто... Это успех, ребята. Ну, пятый бастион есть. Можно будет потестить с бастионом на основе, сравнить с бастионом на китайке, то есть чтобы видеть разницу вот в самом даже титуле. И я обязательно протестирую с другими талантами. Бастионов у меня вроде как бы хватает. Была у нас акция на бастион, я себе набрал 9 штук у нас есть. Сегодня, кстати, неплохая акция с просвещениями, особенно для тех, кто донатит и хочет быстро прокачать аккаунт. Вот самый мелкий этот пак, он действительно себя оправдывает.
Цена хорошая, есть еще такие вот сундуки, варлоков можно набрать. Но самое основное — это просвещение. Качаете быстро до 200-го, как это делаю я. Получаю книги. За сегодня я там получил 937 книг. Может, больше там сливал, вроде в кого-то прокачивал. То есть тоже, в принципе, неплохо. Как видите, у меня скины еще пооставались, у меня не все герои докачаны, я все-таки дальше тоже сливать не буду, мало ли что будет дальше. Некоторые говорят, будут 15-е умения героев. Честно говоря, с такими обновыми талантами, которые нам добавили, я в этом, в принципе, даже не сомневаюсь, все может быть. Ну а пока вот так вот, то есть, если вы хотите действительно без доната собрать скины, то в первую очередь не пропускайте фарм локации, то есть это подземки, волны там вам частично вернут карточками, то еще полбеды, плюс у них откат нормальный, то есть можно успеть, раз в сутки зашел и в принципе нормально будет. А вот на подземках надо чем почаще, в принципе за 6 часов вы там практически там можете восстановить, 6-8 часов у вас восстановятся эти подземочки, поэтому желательно хотя бы заходить просто их фармить, чтобы получить бесплатно скины. Я считаю, это самый большой плюс этой обновы, это то, что у нас есть возможность для бездонатов собрать эти скины. В этом GG просто плюс и браво. Все, дальше я уже покажу, что падают со следующих плюшек в следующем обзоре. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Делаем топ-контент, всем пока!